чистые мячи, которые сегодня заглянули на нашу выставку, наверное, узнают много интересного. Важно еще это и то, что не за горами учебный год, о котором мы говорим, и, возможно, какие-то родители найдут то самое направление физической активности ребенка, которым он будет заниматься в последующем. В этом роль выставки тоже высока в том числе. Как любое спортивное событие, оно непредсказуемо, и в этом его притягательность. Конечно, тот дух, который стоит на марафоне, он непередаваемый, именно это привлекает основную массу любителей бега. Профессионалы стремятся показать высокие результаты, но мы будем болеть за наших хомячей, мы будем болеть за Марину Ковалеву, которая постарается, очень надеюсь, стать в третий раз победительницей сибирского марафона. Но интрига, она всегда есть, и вот развязка наступит 4 августа на трассе. Мы участвуем в марафоне. Это большой праздник для нас, и это несет в себе смысл, то, что мы поддерживаем здоровый образ жизни, и это приносит нам радость. У нас был сосед в Америке, Дмитрий Хацко, наверное, вы его знаете все. Он подарил мне футболку 30 лет назад почти. И с этого дня я всегда думаю, что какой-то день я поеду в Омск и там буду бегать в марафон. А в этом году у меня исполнится 50 лет. И мы подумали, что это хорошая идея делать в этом году. Это, можно сказать, мекка, ну, я не побоюсь слова этого всероссийского марафонского движения, один из старейших марафонов, и поэтому, ну, это такая, как для меня, честь и радость быть здесь и, ну, как представлять наш молодой юный марафон вот, вот здесь, в этой мекке. В целом все очень круто, мне понравилась особенно стрельба, ну это прям вот что-то захватывающее такое, ну попадать в центр, это прям ощущение неповторимое, так эмоционально рассказываю. Не, реально, вот эти пистолеты, которые не стреляют патронами, это что-то новенькое такое. Мишенная электронная установка SCAD позволяет за счет координации датчика показывать изменения ваши, то есть все, что вы делаете до выстрела, во время выстрела, после выстрела, и за счет схем и координат, которые потом выводятся на экран монитора, можно узнать даже такие скрытые ошибки, которые не видно даже профессиональному тренеру на первый взгляд. То есть позволяет намного ускорить процесс тренировки и повысить мастерство спортсмена. Мы представляем хоккей, кёрлинг, фигурное катание. Ну, показать себя, допустим, на такой выставке городской, поучаствовать, посмотреть достижения других школ. И здесь есть, я смотрю, представители медицины, можно проверить свое здоровье. Мы пришли сегодня получать регистрационный номер на марафон на 21 километр. Бежит муж, я в поддержку с детьми буду его поддерживать. Мы, в принципе, сами тоже занимаемся, бегаем, дети тоже бегают. Как вам выставка? Что больше всего понравилось? Мы заинтересовались батутом. То есть мы планируем записаться детей на акробатическую. Акробатикой будем заниматься, детям физическая подготовка очень важна, я считаю. Ну а так, в принципе, в целом все нам понравилось. Мы предоставляем большой комплекс, комфортабельный, с бассейном 25 метров, стандартный, 8 дорожек.
мы предоставляем игровой зал для игровых видов спорта. Предоставляем тренажерный зал. И отдельный зал у нас имеется для групповых занятий.